И всем приветики, мои секретики! И вы сейчас в моем канале Секрет Тока. И сегодня у нас будет влог, как мы будем закупать подарки для наших близких и друзей на Новый год. Поэтому давайте уже не будем затягивать и уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра! Что ж, ну как вы уже можете увидеть, я совсем недавно встала. Так, время у нас 9 утра, сегодня мы встали попозже, чем обычно. В общем-то, план у нас на сегодня есть. Это походить по магазинам и напокупать кучу-кучу разных подарков, потому что уже скоро Новый год, и все равно надо же как-то прямо полноценно приготовиться. А то, что мы украсили дом, это еще не все. Да, поэтому еще нам осталось одно задание выполнить, или точнее два. Во-первых, это купить всем подарки, а во-вторых, в принципе, вообще отметить Новый год. Лео сейчас умывается, но я пока что с вами тут стою, болтаю и уже думаю, что можно купить. В общем, ребят, у нас будет такой корпоратив с нашими друзьями, как Тайны Санта. В общем-то, мы вытянули карточки с именами тех, кто будет присутствовать на нашем корпоративе. И нам каждому кто-то попался. Мы с Лео, конечно же, уже знаем, кто нам попался, и все остальные тоже это знают. Но мы стараемся друг другу никому не рассказывать, чтобы все это реально было в тайне. Поэтому я только знаю, что, или точнее, кто попался Лео и кто попался мне. Все. В общем-то, на нашей вечеринке, так сказать, будут присутствовать наши друзья, как Кейси, также Элиза, вот, моя новая подруга, так скажем, или знакомая из университета, также мой друг из университета, друзья Лео, мальчики, и, в общем-то, у нас будет небольшая компашка, ну, человек 10, наверное, точно есть, ну и поэтому все. Сейчас мы пойдем с Лео покупать им подарки, так как наш корпоратив уже будет состояться вот буквально на днях. О, всем привет, ребята. Привет, Лео, наконец-то ты вышел. Угу. Так, ну что, давай быстрее собираться. Да подожди, ты куда? Торопишь события, я еще не умылась. Ну иди тогда умывайся быстрее. Я знаю, что я, конечно, задержался, но у нас времени не так сегодня много. Ладно, ладно, бегу. Кстати, ребят, заметьте, с того видео, где мы раскладывали все новогодние вещи, Селе нашла ободок, и теперь в нем ходит 24/7. Да, насколько мы помним, то она хотела его положить сюда, но случайно надела на себя, и теперь ходит с ним как не знаю с чем. Так, Лео, ты чего там моим подписчикам уже разбалтываешь? Да ничего особенного. Точно? Точно. Одевайся. Ну ладно, все, давай вместе одеваться. Что, погнали? Погнали, нам осталось только взять наши телефоны и чем мы будем расплачиваться. Да. Итак, мы с Лео сразу же решили зайти в наш недавно открывшийся магазин, который называется Помпоновый универмаг. Он у нас как еще второй торговый центр, так что мы сюда сейчас с вами и пойдем. И постараемся выбрать какие-нибудь подарочки. Так, во-первых, нам нужно найти подарки для наших друзей. Потому что если мы их не найдем, то это будет ужас. Угу. Ну и давайте же мы вам с Лео скажем, кто нам выпал. Значит, Лео выпала Кейси. Да, я сам был в шоке, как такое может быть. Так, ну а мне не выпал друг Лео. На самом деле я с ним плохо знакома, но, в общем-то, можно как-то постараться что-нибудь ему подарить. Так как я спросила у Лео его там характеристику, так скажем. Потому что я с ним видела всего лишь пару раз. Так что все, погнали. Итак, значит, тут мы сразу упакуем подарки. Да, ну а сейчас пойдем. И вот первый отдел. Так, тут у нас есть всякие шары. И вот такие разные уходы за лицом. Я думаю, что Кейси можно было подарить какие-нибудь уходы за лицом, Лео. Уверена? Уверена. А я хочу ей подарить вот эту подушку в виде банана. Мне она нравится. Лео, ну ты издеваешься. Ну а что, Кейси любит это все. Может, ты подаришь вот такую игрушку в виде Куроми? На них как раз скидка нормальная. Игрушку в виде Куроми. Угу. Ну, тоже можно, как вариант. А я тогда подарю вот эту подушку. Ты сблагиатила мою идею. В смысле сблагиатила? В прямом. Короче, бери уже свою игрушку. Ну ладно. Теперь нужно что-то найти здесь. Ты это сейчас для кого хочешь найти? Ну, в смысле для кого? Для твоего друга, которому мне нужно подарок сделать. Значит, смотри, есть вот такой шлем игровой. Мне кажется, он тоже будет крутой.
Блин, Лео, это очень дорого. Мы не можем покупать что-то выше 500 токенов. А у нас как раз-таки эта подушка уже, по-моему, 500 токенов будет. Так положи ее обратно. Ну ладно. Что ж, придется тебя положить подушечку. Но если что, мы за тобой еще вернемся. Я вернулась. Угу. Так что покупать ты ему будешь? Блин, я даже не знаю, не представляю. Может, вот эту игрушку какую-нибудь? Силия, я так-то тоже кое-что хочу на Новый год. Ладно, допустим. Угу. Вот какой-то новогодний магазинчик. Может, тут что-нибудь приглядится? Ну, посмотри что-нибудь. Я пока что ничего не нахожу. Хм, ну, неплохой шарик. Можно его подарить, я считаю. Что ты там нашла? Вот этот шарик неплохой. Ну да, пойду еще что-нибудь посмотрю. Ну, посмотри, посмотри. Так, Кейси любит все как Куроми, наверное. Хм, ну, блин, здесь ничего такого, наверное, не продается. Так, ну, блин, что же подарить этому пацану? О, ну-ка. Крутая шапка, слушайте. Даже забавная. Однозначно ее подарю. Лео, я знаю, кажется, что подарить твоему другу. Силе, не ори на весь магазин, пожалуйста. Тут просто как бы посторонние есть. А, ой, сори. В общем, Лео, я нашла вот эту шапку. Мне кажется, она очень подойдет для твоего друга. О, прикольно, реально, давай купим. Угу. Ты гений, Силе. Спасибо. Кстати, может быть, попросим тут коробки какие-нибудь новогодние, может, есть, чтобы туда все сложить. Давай. Извините, кто здесь консультант? Я. Здравствуйте, чем могу помочь? Ой, здравствуйте. А не могли бы вы нам подсказать, есть ли у вас здесь какие-нибудь коробочки новогодние для подарков? То есть, например, я буду что-нибудь покупать и складывать туда все. Да, конечно, есть рождественские вот такие вот упаковочки. Прям вот такие же коробки. Угу. Ну все, давайте. Хорошо, сейчас я загляну в склад. Если они у нас будут, то я вам обязательно принесу. Спасибо огромное. Пожалуйста. Так, вот, ребята, я нашла вам коробки. Забирайте вам две коробки? Да, конечно, давайте. Оп, ну и это вам. А мне не надо было коробку. А, хорошо, без проблем. Так, ну, шапка у меня не складывается. Ну, ничего, подаришь, как будто бы в двух упаковках. Ну, ладно. Так, еще что-нибудь смотреть будем? Открытки. О, да, давай открытки. Вот тут есть три открытки, и они все новогодние. Ну, а я и эту посмотрю. Ой, нет, это точно не для этого пацана. О, ну это нормальная вроде бы. Тогда эту и возьму. Я тоже нашел вот эту нормальную. Так возьми коробку. Ну ладно, девушка, давайте коробку. О, ну ладно, держите. Спасибо. Я думаю, что Куроми и открытки для Кейси хватит. Думаешь? Угу. Просто я боюсь, что как бы она потом не обиделась. А чего обижаться? Нормальная игрушка, все нормальное. Ну ладно, пойдем на второй этаж. Заглянем туда, что там есть. Пойдем. Так. Ой. Хм. Ну, одежду я и точно покупать не буду. Я тоже. Так, очки не нужны. Зачем они? Я что-то даже не знаю. Это, наверное, все? Да подожди, может, ты палетку теней подаришь какую-нибудь? Палетку теней. Да, я хочу, чтобы она красилась, потому что она мне сама жаловалась, что у нее нету палетки теней. Так что давай ей подарим какую-нибудь палетку. Например, вот эту радужь. Она ей должна однозначно понравиться, потому что она все любит такое яркое и необычное. Ну, давай. Вот чудесный подарок. Ну и мой подарок. Угу. Может, ты уже снимешь это с головы? Да я не могу, мне просто уже руки все забиты этими вещами. Ну ладно. Так, я думаю, что все. Может, еще помадку купим? Ну, можешь еще помадку купить. Так, какого цвета? О, вот этого вот. Ну ладно, куплю этого. Так, ну я думаю, что я еще этому пацану подарю какие-нибудь шарики. Вот эти вот с ленивцами. О, давай. Думаю, ему тоже будет приятно их распаковывать. Правда, я не знаю, какие это будут шарики. Так. И последний. Опа. Все, прямо прыгнул в коробку. Угу, пойдем. Теперь мы спускаемся на первый этаж, чтобы это все красивенько упаковать. Итак, упаковывать здесь будем? Ну да, естественно. Тут больше негде упаковать. Ну ладно. Значит, первое я упакую эту шапку, которую мне некуда девать. Так, эту шапку я упакую вот в эту, пожалуй, упаковочку.
Так. Вау, очень круто. Я не ожидала, что так красиво все запакует автомат. Да, прикольно. И следующий подарок будет вот в этой упаковке. Тоже все запаковываем. Вау, сногсшибательно. Мне очень нравится. Так, ну теперь я свое запакую. Вот в этот подарочек, пожалуй. А может такой же, как и... Не-не-не-не-не, Силия, я рисковать не буду. Мы однажды с тобой так перепутали подарки на корпоративе. Ну ладно. Поэтому, сори. Какая упаковка мне досталась, такую и упаковываю. Значит, пускай все будет так. Угу. Так, ну что, для родителей будем покупать какие-нибудь подарки? Да, я уже тут приглянула что-нибудь. Поэтому можно купить. Ну давай. Мама очень сильно обожает цветы, поэтому... Подожди, может, не будем ходить с этими подарками, а куда-нибудь их отложим? Ну, давай попробуем на кассу отложить. Угу. Нам же это все оплатить еще надо. Точно. Здравствуйте. Добрый день. А можно мы у вас вот это все оплатим, что у нас есть? А, и вы отложите это на время, пока мы здесь будем ходить еще. Да, без проблем, конечно. Давайте. Так, хорошо, вот тогда у нас два вот таких подарка. Ну, это мои. И еще вот с этим человеком тоже нам... Посчитайте. Угу. Вот. Так, значит, вот ваши три подарка. А, подождите, нам надо отложить. Ой, точно. Хорошо, я их отложу. Тогда оплачивайте по карте. Угу. Все прикладывайте. Так, спасибо за покупку. Все успешно. До свидания. Приходите к нам еще. А мы еще не уходим. Ой, точно. Простите, пожалуйста. Ничего. Пойдем, Лео. Угу. Знаешь, я бы подарила Майку какую-нибудь вот такую игрушку. О, ну да, можно. Давай вот этого мышонка, он очень миленький. Да, давай, мне тоже очень нравится. Хм. Так, в общем-то, мы же цветы хотели маме купить. Да, точно. Твоя же мама очень любит цветы всякие. Угу. Ну вот, и купим тогда цветы. Давай. Так, ну значит, может быть, вот такие? О, да, давай, очень классные. Хорошо, пойдем. Тогда еще купим вот это. Потом, если что, придем и все красивенько запакуем. Угу. Так, здравствуйте, вы вернулись. Да, мы уже вот приобрели еще два товара. Чудесно. Так, можете забирать свои подарочки. Ну и сейчас мы вам все тут пропикаем, так сказать. Угу. Спасибо за покупку, она успешно прошла. До свидания и обязательно заходите к нам. Мы будем всегда рады вас видеть. Ой, что это было? Не знаю, что ты позвонила. До свидания, мы тоже были очень рады здесь побывать. До свидания. А, здравствуйте. Добрый день, а вы к нам пришли в стоматологию. Угу. А, во-первых, можно мы вам предложим нашу акцию сегодня, которая только длится. Если вы купите одну электрическую зубную щетку, то другая будет в подарок, то есть вторая. Так что обязательно пользуйтесь, это вам будет очень даже полезно. Особенно на Новый год. Подарить себе шикарную, потрясающую улыбку. О, ну да, прикольно. Кстати, давай маме с папой купим как раз-таки эти зубные щетки. А точнее, на всю их семью. Ну давай. Нам тогда нужны 5 зубных щеток. Угу. В общем, мы принимаем ваш вызов. И давайте мы купим 5 зубных щеток. 5 зубных щеток. Советую выбрать вам четное количество. Тогда будет намного дешевле. Ну, давайте тогда 6. Я себе еще куплю, а то у меня тоже там уже старая зубная щетка. Ой, боже, я сегодня, походу, обанкрочусь. Так, ну все, можете оплачивать. Ой, я мыло случайно положил. Простите, пожалуйста. Да ничего. Так, по карте. Спасибо большое за покупку, что-то еще. Да нет, на сегодня все, спасибо вам огромное. Ну и в общем-то, ребята, на этом наш сегодняшний влог уже подходит к концу. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну а также можете написать в комментариях, ждете ли вы видео, а точнее влога с нашего корпоратива с друзьями. Ну на этом все, всем пока-пока и до встречи в новом видео.